Я хочу задать тебе всего лишь один вопрос. А ты уже обновил свой Бравл Старс? Новый Бравлер! Целая куча подарков! Новые режимы! Новый скин Ворон Феникс! И возвращение кейсиков в Бравл Старсе! Именно это ждет нас в сегодняшнем видосике, поэтому его нужно смотреть очень внимательно! И ничего не пропусти! Кубик, а чего мы ждем? Быстро нажимай на кнопку «Обновить». Окей, Борис, уговорил. Обновление в Brawl Stars у нас уже появилось. И мы быстренько, конечно же, Brawl Stars наш обновляем. А потом быстренько нажимаем на кнопку «Играть». Опа-на! Кажется, у нас уже обновился загрузочный фон. Я не понял, кто выключил Brawl Stars? Все, включили. Кубик, давай посмотрим, что же нового. Опа-на! Призы Стар! Наконец-то те самые награды, которые нам показывали в Бравл Толке, мы их получили! И прямо сейчас мы их, конечно же, затестируем. Опа-на, еще есть какие-то подарки дня. Целых 7 дней подарков, ю-ху! Главное только каждый день заходить в Brawl Stars и эти подарочки, конечно же, забирать. Если ты еще не обновил Brawl Stars, обязательно скачивай его. И забирай тот самый подарок. А у нас еще немножечко обновился магазин. И теперь наконец-то появился переработанный скин на Ворона. А мы забираем монетки. Так, чуваки, у нас появился новый режим зачистка. Я думаю, мы должны его, конечно же, затестировать. О, Пик, у нас... Вернули штольню! А у нас что, разве ее не было? Нет, вообще-то ее удаляли. Опик, а ты вообще заметил то, что с нами и против нас настоящий Ворон Феникс? Нифига себе, кажется, с нами играют какие-то мажоры. Окей, мы тогда пойдем и быстренько новенькую зачистку, конечно же, затестируем. Кубик, а мы что, играем вместе с подписчиком? Ну да, он просто пригласил меня в катку, а я, конечно же, принял от него запрос. И катку мы сейчас точно затащим. Самое главное, только нам не сливаться. Не переживай, Кубик, нам осталось 4 дела. И я думаю, то, что мы их, конечно же, сейчас быстренько добьем. Интересно, станем ли мы в этой катке звездным игроком? Нет. В смысле? Ты офигел, что ли? С чего ты вообще взял? Да потому что вы играете вообще как нубасы. Вот если бы сейчас играл я бы тогда точно стал звездным игроком. А тебя не смущает то, что только что я сделал последний килл, и звездным игроком прямо сейчас становится... Нет, к сожалению, не я. Мне не хватило одного килла. Давайте, не тормозите! Нам нужно забрать новенькую награду! Опа-на! Смотрите! Офигенно! Только редкий приз я не хочу! Я хочу что-нибудь покруче! А у нас только редкие. Офигенно! Кубик! Забираем последний приз! И у нас выпадает... Монетки? Вы что, блин, дебилы? Да уж, кажется, с этим нам немножко не повезло. А мы затащили очередную катку, даже смогли выполнить квест. И, как ты видишь, у нас уже есть третья выигранная каточка. Кубик, еще одна, и мы сразу же получим еще одну награду. Тогда чего мы ждем? Быстро заходим в катку. Кубик, сейчас мы точно должны затащить. Ага, только с такими лагами я даже не представляю, как можно это сделать. Ты просто посмотри, я даже пошевелиться не могу. Кубик, да я сыграю, я сейчас точно выиграю. Ой, а что так лагает? Борис, так без лагов бы и я мог выиграть. Капец, я вообще ничего не понимаю. Ой, меня даже выкинуло. Да уж, какие же вы нубасы. Да это не мы нубасы, это просто Brawl Stars, походу, сейчас очень сильно перегружен. Мы его быстренько обновили. О, а у нас сразу же появилась награда. Неплохо, редкая. Да почему только одни редкие призы, я не понимаю. Я выбью сегодня что-нибудь покруче или нет? Даже здесь у нас залагал Brawl Stars. И мы все равно получили монетки. Да вы гоните. Ага, Кубик, нас заскамили. Это я уже понял, но сейчас мы, конечно же, справимся. В этой катке у нас хотя бы не лагает. Кубик, да я сыграю, пожалуйста. Нет, Борис, подожди. Сейчас я быстренько гол забью. Эту Пенни быстренько уничтожу. И сразу же быстренько занесу мячик в пустые ворота. Кубик забивает гол. Ура, счет 1-0, еще чуть-чуть. Ага, только главное, чтобы нас не убили. Кажется, не сработало. Ладно, Кубик, не ссы. Да я сыграю, и я, конечно же, сейчас быстренько забью второй гол. Нет, Сёма, спасибо. Я думаю, то, что мы справимся и без тебя, потому что мы играем вместе с двумя моими подписчиками, и прямо сейчас мы, конечно же, затащили эту катку. Правда, звездным игроком стал чувак с другой команды, ну ладно, ничего страшного. Самое главное, то, что у нас появилась еще одна очередная победа, уже пятая. Кубик, осталось всего лишь 3 катки. Тогда чего мы ждем? Быстро пошли в игру. Ну все, эту катку точно играть буду я, и я сейчас, конечно же, всех размотаю. Счет пока что 1-0, но мы можем слиться в
любой момент. Потому что сейчас играешь именно ты, Сэмэн, блин, Нубасина. Слышь, я вообще-то самый профессиональный среди вас. Не то, что вы с Борисом, блин, нубики настоящие. Я не нубик. В любом случае, Сэмэна сейчас отвлекать не нужно. Чувак, пожалуйста, только гол не пропусти. Ладно, хоть они сейчас только что не забили. Ага, это я, потому что всех уничтожил. Нет, Сёма, это все потому, что наши подписчики просто красавцы, которые умеют играть, в отличие от некоторых. Мы смогли выполнить еще плюс один квестик. Вообще-то это я квестик выполнил. Я нанес целую кучу урона и получил еще плюс одну победу. Да, остается выиграть всего лишь две катки, и я думаю, что у нас выпадет уже какая-нибудь легендарная награда, и это будет какой-нибудь новенький скин. В смысле? А что, можно еще скины, что ли, выбивать? Я так понимаю, то, что Бравл Толк ты не смотрел. А что там было? Ты зачем, блин, зашел в ШД-шку-то? Мы что, сейчас будем играть за Пенни в штольню? Да, Купик, я просто это, решил Пенни затестировать. На нее ведь тоже вышла ремоделька. Офигенно, конечно. Я на самом деле даже не знаю, что у нее изменилось. Что у нее появилось нового? Не, Купик, у нее изменения вообще лютые. Она сейчас просто как про выглядит. Окей. А я пока что хотел сказать то, что в тех самых наградах, про которые Борис ничего не знает... В них мы можем получать монетки, блинги, удвоители жетонов, кредиты. Самое главное, новеньких бравлеров, а еще новенькие скины. Чего, блин? Это вообще законно? Так, чуваки, вы пока базарили, я топ-2 занял. Вообще-то можно было занять и топ-1. Ну ладно. Зато выполнил еще плюс один квестик, 250 жетончиков получено. И еще прокачали один уровень бравл пасса и получили еще одну победу. А походу победу мы не получили. А чего? Побег, я не знаю. Да уж, походу нужно было просто играть в командные катки. Окей, чуваки, собрались. Я думаю, что я смогу выиграть эту катку, если зрители поставят лайки. Чувак, пожалуйста, только не слизься. Не, Купик, я сейчас точно выиграю. Так, сейчас я им отомщу. Хана вам. Купик, мы 1% проиграли. Кажется, лайков недостаточно. Боже, Борис, ну как так можно было? Мы сейчас эту катку только что сыграли зря. Зато я стал звездным игроком. Еще один квестик выполнил. Офигенно, конечно. Молодец. Так, дайте сейчас я разберусь. Эту катку я точно затащу. Сёма, потому как тебя только что убили, я что-то вообще нифига не уверен. Ладно ты, зато смотри, у нас уже 90%. Еще совсем чуть-чуть, и катка будет выиграна. Давай, Сёма, главное, не отвлекайся. Стоп, ты что, сможешь сейчас реально выиграть? Окей, мне кажется, тебе просто повезло. Нет, вообще-то я тащил просто как настоящий профессионал. Сделал целых 2 кило. Да уж, Сёма, я просто тебе похлопаю. Молодец. Спасибо. Плюс еще одна победа. Остается последняя. Так, чуваки, собрались? Мы должны получить эту награду как можно скорее. Купик, не ссы, ща мы ее получим. Надеюсь, Борис, то, что ты меня не обманываешь. Пока что в катке мы проигрываем, но уже вроде бы проценты сравняли. Но нам нужно быть реально максимально аккуратными. Блин, Купик, я что-то волнуюсь. Может, ты поиграешь? Окей, Борис, давай постараюсь сейчас всех вынести. Ёк-макрок, меня эта Мэйси откинула. Я такого вообще не ожидал. И, походу, меня сейчас еще и уничтожат. Вот, блин, Байрон. Я убил. Борис, ты там вообще не выпендривайся, сам даже засал играть, мне решил отдать. А теперь еще и фигню какую-то там несет. Ладно, Купик, я все равно в тебя верю. Тащи, тащи. Так, сейчас я Байрона быстренько уничтожу. Блин, его Джесси забрала, ну ладно, ничего страшного, у нас командная работа. Мы пока что выигрываем, у нас остается последние 10%, чуваки, собрались. Купик, давай, тащи. Кажется, я сейчас реально затащу, потому что у нас последний процентик. Катку мы выиграли, и как ты понимаешь, прямо сейчас мы получим ту самую награду. Я уже готов ее получать и надеюсь, сейчас не выпадет какой-нибудь эпик. Раз, мифик. Нет, мифика походу все-таки не будет. Окей, но это все равно будет эпическая награда. И за нее мы прямо сейчас получаем... это нормально? Тубик, нас... заскамили. Это я уже понял. Вот блинский блин. Ну ладно, давай хотя бы тогда заберем вот эту награду. 80 кредитов плюс 740 монет. Купик, а зачем тебе кредиты? Для того, чтобы прокачивать лунную славу, потому что у меня уже идет путь до третьей луны. О, Купик, а может мы ее прямо сейчас заберем? Нет, я думаю, то, что мы ее заберем чуточку попозже. Тем более, что я тут немножечко подсчитал, и вроде как у меня ровно хватает кредитов, чтобы прокачать третью лунную славу. А что мы тогда ждем? Мы ждем, пока зрители поставят лайкосик на это видео, подпишутся на канал, а еще обязательно глянут предыдущий видосик, который здесь уже появился. Эй, нажимай на него скорее. Он был очень интересный.